Шестилетний мальчик погиб на месте, упав головой вниз с 9-го этажа. Трагедия произошла сегодня днем в Камских Полянах. Родители не повели его в детсад. Мальчик приболел. Мама оставила его дома со своей подругой, но последняя отлучилась, оставив ребенка одного. Сергей Хайдаров с подробностями. Трагедия произошла во втором часу дня. В 13 часов 15 минут камера видеонаблюдения зафиксировала момент трагедии. Мальчик упал вниз головой с 9-го этажа. Шансов выжить не было. Ребенок погиб на месте. Вышел у него сразу первым делом, пульс посмотрел, нету, синий. Все, откачивание бесполезно. Милицию вызвал. В момент трагедии мамы мальчика не было дома. Она была в Нижнекамске на работе. Попросила подругу посидеть с сыном. В садик он не пошел, заболел и поднялась температура. По этой же причине женщина, которая сидела с мальчиком, не взяла его с собой, когда пошла в магазин. По предварительной версии, ребенок решил посмотреть в окно, но москитная сетка не выдержала его веса и рухнула. Этого мальчика в доме хорошо знали. Говорят, он был веселым и общительным. Часто гулял с сестренкой. Сейчас все обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам Следственного комитета. Сергей Хайдаров, Эльвира Сайфиуллина, Марсель Джураев. Вызов 112.